сравнен с новыми двигателями. И вот сейчас мы можем наблюдать, как тихо сделал проход самолет Ил-76, несмотря на то, что этот тяжеловес может поднимать в небо до 40 тонн груза. Улучшение качества и точности самолетовождения, в том числе это десантирование грузов и выполнение полетов на аэродромах и на международных аэропортах с ограничениями по шуму и эмиссии. Справа от вас включены фары, проход самолета Ил-76МД-90А. Пилотирует самолет конкурсный летчик-испытатель, герой России Николай Куримов. Чего набрали немножко скорость, высоту, и сейчас выполнят заход для выполнения.